Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Несколько раз была в близости со своим боссом. Первое время он писал, интересовался до тех пор, пока не произошел разговор. После близости он просил не влюбляться в него, а я ответила, что не собираюсь для этого ни чувства, ни только постель. После этого разговора он стал холодным, часто стал глаза называть меня тупой, глупой, не аргументируя никак. Между нами был уговор, что между нами будет близость без обязательств. Сейчас даже в своем рабочем кабинете он может назвать меня глупой. Скажите, в чем дело, как понять, где я сделала то, что человек считает меня глупой. Что касается меня, то я знаю, что он далеко не глупый. Как реагировать на такие оскорбления личности? Ну, смотрите. Здесь сложность заключается в том, что вы не отреагировали на это в моменте, вот. То есть вот самый первый раз, когда это произошло, вы не отреагировали, вот. И, соответственно, раз вы на это не отреагировали первый раз, то мужчина теперь думает, что он может в этом смысле вести себя как хочет. То есть мужчина думает, что вы с этим миритесь. Вот так я бы сказал. И, на мой взгляд, ваша задача заключается в том, чтобы откровенно сказать мужчине о том, что вам неприятно. Вот. Откровенно сказать о том, что вам неприемлемо для вас то, что он говорит. Вот, и попросить, соответственно, аргументировать это. Ну, его слова. Вот. А если человек не хочет это делать, да? А если человек не захочет аргументировать, свое высказывание, то я бы сказал, что в этом смысле, и я бы сказал, что в этом случае, имеет смысл, конечно, подумать о том, как дальше вы видите себя на этом месте. Ну, рабочем смысле. Вот. Это первый момент. Ну, второй момент. Это то, что вот вы вроде бы говорите о том, что что вы не глупы. Вот. Вроде бы. Говорить. Но в то же время почему-то человеку вот, в какой-то степени достаточно легко получается вас задеть. То есть достаточно легко получается для него показать вам ваше слабое место. То есть здесь у вас есть, вероятно, проблемы с самооценкой, да? Вот, некоторые сомнения в себе, потому что вы действуете неуверенно. И пытаетесь понять, где вы ошиблись, чтобы вот как-то, восстановить свой статус-кво. А человек уверенный в себе этого делать не станет. А следующий важный момент — это то, что для людей,
которые не собираются вступать в серьезные отношения, вы как-то вот слишком много, на мой взгляд, говорите о любви. По крайней мере, мне так показалось. В итоге получается такая история, что кто-то из вас, по-видимому, все-таки влюбился. Вот. Либо это вы, либо это он. Это нормально, что так произошло. Вот. Но на мой взгляд, ну, на мой, по крайней мере, взгляд, да, это риск, ну, этот риск всегда, как бы, присутствует, ну, то, в этом смысле, то есть, всегда присутствует риск того, что кто-то влюбится. И, опять же, ум человека предполагает, ну, какое-то умение в этом смысле. Предсказывать будущее, предсказывать то, что произойдет. А вы, судя по тому, что я могу видеть, этого не сделали. Вот. То есть вы вообще-то очень сильно рискуете тем вот, что вступили в отношения с своим боссом. Вот. Потому что, ну, человек может это использовать, вот, в принципе, так, как он хочет. Ну, то есть, как ему угодно и так далее. Вот. Это, на мой взгляд, ну, ошибка, которую вы допустили. Вот. Поэтому вопрос в том, что, видимо, в какой-то момент ваши эмоции, да, или эмоции мужчины, это не так важно, как мне кажется, взяли вверх, вот, над разумом, да, и вот, по факту, получилась, как бы, такая ситуация, неприятная. Вот, поэтому я думаю, что тут надо смотреть шире. Вот, попытаться, конечно, поговорить с мужчиной, да, попытаться, конечно, чего-то прояснить с человеком, да, но он, скорее всего, на контакт не пойдет. Вот. Ну, скорее всего, он не пойдет на контакт, вот, скорее всего, он будет все отрицать, вот как это делают многие мужчины. Вот, ну а соответственно к вам он относится обесценивающе, потому что для него вот такое ваше поведение, что без чувств и так далее, но, ну, вероятно, является синонимом того, что к женщине можно относиться вот так, как он относится. То есть человек, по сути, раскрывается. Вот. Ну и я бы исходил из того, что, ну, что скорее всего человек не изменится. Вот. Что скорее всего мужчина, он вот, ну, будет вести себя так, вот, как он себя сейчас ведет. И исходить из того, что он не поменяется, не исправляет эту ситуацию. Вот. Вот как-то так это выглядит.
Есть ли шанс того, что ну того, что у человека к вам чувства, вот, есть ли такой шанс, да, такой шанс есть, что у него действительно могли появиться к вам чувства, вы подтвердили бы ему, что чувств нет, вот. И соответственно, теперь идет агрессия. А от агрессии вы себя вот, ну, в этом вот смысле защитить не смогли. Вот. И соответственно, человек вот так себя ведет, в этом смысле, к сожалению. Вот как-то так. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.